Москве, для Пскова. Осторожно, двери зачиняются. На скутке прибыли. Магазин Квасовский. Автобус сортировывается по маршруте номер 34. Родно Зеленбуд, Вишневец. Милиция и родичи по-прежнему регистрируются в факте Вишека. Его вышли пенсионные телефонные средства, представляя систему Милана. Пытаются освободить номера и коды банковских карточек. СМС-коды подтвердить операции, реализировать эти факторы. Осторожно, двери зачиняются. Наступит трибуна Индурское шоссе. Поважаемые пассажиры, памятуйте, вы обязаны оплатить проезд. Набывайте проездные билеты по початку поездки. Уважаемые пассажиры, по отходности с правилами паровоза, громадским транспортом, пассажирная отправа на паровозе с собой, ровную скользкую жилью, ходки в клетках, спринях, ножках, а по сутках с модными паниками расформированным дном, румой захованием в спике и санитарных ног. Индурское шоссе. Осторожно, двери зачиняются. Наступный предмет. Вишневец 1. Уважаемые жители города Круто, единый информационный расчетный кассовый центр напоминает вам о необходимости оплаты жилищно-коммунальных услуг не позднее 29 числа каждого месяца. Сохраните комфорт в своих жилых помещениях. Не допускайте образования задолженности.
Осторожно, двери зачиняются. У нас выходная почта. Автобус накировывается по маршруте номер 34. Гродно Зеленбург, Вишневец. Почта меняется. У нас тут улица Вишневецкая. Уважаемые пассажиры, памятайте, вы обязаны оплатить проезд. Набывайте проездные билеты до початку поездки. Мы просили, мы сделали. Фондом социальной защиты на сегодня запущена горячая линия первоначального граждан по вопросам невыплаты детских пособий или неоплаты больничных услуг. Звонки принимаются по всей республике на единый короткий номер 122. Фонд всегда на страже ваших социальных прав. Улица Вишневецкая. Осторожно, двери зачиняются. У нас тут рынок Вишневец 7. Кто должен заботиться о безопасности дома? В первую очередь его хозяин. Прислушайтесь к советам ЧС. Не эксплуатируйте неисправное личное отопление и не пользуйтесь для подрыва жилищных исправлений при соединении электропроводного прибора. Не оставляйте дополнительные ключи без присмотра. Включение в сеть одновременно местных электроприборов большой мощности может стать причиной пожара. Выходя из дома, выключайте все электроприборы сети и обязательно установите электропроводную пожарную защиту. Вишневец 7. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок Вишневец 5. Автобус накировывается по маршруте номер 34. Гродно Зеленбург, Вишневец. Уважаемые пассажиры, необходимо снимать на вечные сумки и рюкзаки со спины. Вишневец 5.
Осторожно, двери зачиняются. Наступная предмена Вишневец. Уважаемые пассажиры, памятайте, вы обязаны оплатить проезд. Набывайте проездные билеты на початку поездки. Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок. Благодарить за мое родителей и помните помощь дарят.